14 апреля. Полиция на улице проверяет паспорта. Снова проверяют документы. Ивановский монастырь закрыт. апреля 2020 года. Что сегодня изменилось? Много полицейских патрулей в центре, и они начали проверять документы у людей, чего раньше не было. Много людей в масках, и видно, что многие реально боятся. Прям некоторые прохожие просто шарахаются в стороны. Очередь за шаурмой. На чистых прудах дежурит скорая, полиция. Зачем-то выкатили велики на аренду. Заход, демонстрация.